Практически перед вами приехал полицейский. Три человека. Хорошо, поехали. Что я вижу? Что я вижу по ребенку? Это то, что я вижу, да? Девушка, вы не слышите? Девушка. Мне нужна помощь, Витя. Давай перевернем. Не надо, дом ходи. Работайте. Девушка, мы вам поможем, не переживайте, все нормально. Кровотечение еще не останавливается на этом, но... Ага, теперь ты сейчас больно будет. Пульсация есть? Что сделаем сейчас? Девушка, не двигайте головой, помощь прибыла, мы вам поможем. Ждут на вас или так, что будем осматривать. Время не пишет, хорошо. Время пишется, не пишется. За ручку достали, не сделали неприятно. Написали, хорошо, вижу. Фамилию, время и дату. Все, Витя, иди сюда. Это не 10 секунд, это только 4 лет. 28 минут. А, я вам это посчитал. Что у нас, Стас, это пострадавший? Дима, у меня... Дима! А есть какие-то прохожие, кто может тебе помочь? Кто-нибудь? Сотрудник полиции, ага. Могу я попросить кого-то сотрудника полиции помочь? Вы хотите унести голову вместе со мной, вы поняли? Вы говорите медленно, раз, два, три, но мы передавали. Стас, Стас, передай диспетчеру, что трое пострадавших. Так, передаем оперативному комитету, что у нас трое пострадавших, маленький ребенок. Написано, просим помощи выслать две бригады нам на помощь. Голова. Глаза. Одинаковая? Да. Нижняя щель. Пальпация нижняя щель. Далее воротник. Давай капельки, закапай, девушка. Все хорошо. Сколько вам лет? Ты чуть не забудь. Стас, когда вторая бригада будет? На подъезде. Они едут, едут в пробке. Доставай носилки, бегом где-то на улицу. Сейчас все, давайте поднимайтесь, я буду понимать. Дим! Да. Мы в машине, да, уже? Не, подними. А. Поднять его, это все. Затяни. Затяни. Давай. Раз, три, два, минуты, да? Стой. Раз, три. Все, в машине? Да. Так, быстренько помогай мне. Заряжай систему. Быстро заряжай систему. И ампули сюда. Чем систему заряжать? Без раствора обычно. Без раствора и... 1 грамм тройнефтановой кислоты на 200 кг. Есть у вас тройнефтановая? Есть. Покажите. Сейчас покажу. И попутно найди, пожалуйста, промедол
з угрози прозвучало, що ж вам показує. 20 мг примідового внутрігенна, обезболюваюче. 20 мг кетаміну внутрігенна і капельна. Струйна капельна, ми будемо це зростувати. Скільки траніксана ще раз? Траніксан 1 грам. 1000 мг. От, раз, два. Вводиться вот это. Вводиться... Сейчас, у нас... Вот это назовите мне. Промедол. Угу. Траниксан, промедол, 20 мг. И кетамин. Шприцик возьмите, чтобы я видел, что вы набираете траниксан. Где у вас спец есть? Есть, есть, есть. Вот. Не надо раскрывать. Раз. Что, нам помощь нужна? Да. Нет, мы уже в машине. Я заправил систему. Мы уже в машине. Показываю. Вторая бригада приедет. Как да, будете на водить? Пути. Кто будете водить? Промедол болес наводим сразу. Это вас устроили. Услышал. Его. Траниксан 1000. А вы уже увидели? Траниксан 1000. 46. Рано есть антибиотик? Есть. Антибиотик. Против аллергии. Что вы мне дальше? Промедол вводишь и кетамин вводишь. И 1 грамм цитрексона вводим. Стас, сэмпл собрал? Аллергия есть? Мы не можем, она в шоковом состоянии собрать. Еще вам говорили, да? Да. Подключи. Повторяйте еще, это еще антибиотик. Дополнение разводим, грамм цифтариксона и вводим. Так как открытая травма есть, есть. Все. Ну, еще. Ого, полицейского воспитали, помощь нужна. Работайте, работайте, вы... Попутно еще повязку с пикуном. Сделал я уже, все. Еще раз спросите. Давай до конца или так? Помощь моя, мы знаем. Лите, помощь нужна, полицейская. Есть вторые бригады, надо приехать. Все, достаточно. Дальше, дальше. При импиане или достаточно давления уровень сознания. А что мы сняли? Все, стоп. Снимите, пожалуйста.